Привет, друзья! Меня зовут Валерий, канал «В путь дорогу». И если вы не узнали этот храм, вы не были в этом городе. К сожалению, Воскресенский храм сейчас на ремонте. Не только, видимо, внешним, но и внутренним. Ни с какой стороны подойти к нему нельзя. Ну что ж, осмотрим другие. Вчера, готовясь к этой поездке, я насчитал 18 храмов и сбился. Воскресенский собор по праву является жемчужиной не только Нижегородской области, но и всей России. Мало найдется храмов, которые могут соперничать с ним по красоте. Его украшают 48 колонн. Внутри он богато украшен. Располагается на соборной площади, главной площади города. Именно на этом месте, как на доминирующей высоте, был построен Кремль Иваном Грозным. Именно отсюда начинался Арзамас. Воскресенский собор начал строиться в честь победы русской армии над Наполеоном в 1814 году и строился аж 28 лет. Для этого, чтобы расчистить место под его постройку, частные дома местных жителей были выкуплены. Не только Воскресенский собор украшает соборную площадь Арзамаса, но и Арзамасский Николаевский женский монастырь и здание Арзамасского магистрата. Осмотрим же все по порядку. Подтвердились также предостережения других путешественников о количестве цыган в Арзамасе. Их здесь масса. Они очень приставучие. Но имейте это в виду. Вот сейчас на нас повернуто. Если вот от нас, тройное нажатие. Раз, два, три. Она отвернулась. Раз, два, три. Она повернулась. Лаванда. Монастырь небольшой, но очень милый. Монахини добрые. И цветники просто роскошные. Hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under. Что-то, по-моему, Ленин треснул пополам. Здание магистрата было построено в Арзамасе при Петре I для местного самоуправления. С каждого сословия выбирались представители, и именно они управляли городом. Здание выполнено в классическом европейском стиле. Единственное здание такого рода в Арзамасе. Сейчас в нем находится единственный в России, да и в мире, музей русского патриаршества. Для любителей welcome. От соборной площади в Арзамасе в разные стороны лучами, так он застраивался, расходятся центральные улицы. Одна из них называется «Гостиный ряд». Она самая интересная.
ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never did so. Состояние зданий на этой улице неплохое, не хорошее, среднее. Не очень чисто также на ней, но и не грязно, тоже среднее. В Нижнем я тоже видел такую болезнь на зданиях. Называется выращивание деревьев. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a life. Подворотни все завалены мусором. Запах стоит ужасный. Так засрать надо умудриться. А я иду дальше по улице Гостиный ряд. И чем дальше от центра мы отходим, тем более в ужасном состоянии находится здание. Люди специально приезжают сюда посмотреть на них. Многие, кто был в Арзамасе, хвалят местный квас. Сейчас я это сам продегустирую. Интересный и необычный. Как подсказал мне местный житель, вот эти арки, которые я сейчас прошел, это сзади была церковь, сейчас она разрушена. А вот эта усадьба – одно из старейших зданий в Арзамасе. Мы сейчас практически на берегу реки Теши, которая раньше была более полноводная и судоходная. Сюда заходили даже баржи. Ворота, конечно, новые, а крепление вы посмотрите. Купеческий дом, правда, роскошен. Я его приметил еще когда шарился в Google картах, готовясь к поездке. Пытаюсь выйти на берег реки Теша.
Теша прекрасна, вода чистейша. Максим Горький недолго жил в Арзамасе, всего 4 месяца, и те в ссылке. Дом купца Ханыкова, 1805 года постройки. Представляете? В 1925 году этот дом был разделен на квартиры, и люди проживают в них до сих пор. Причем вот так надругались над парадной дверью. Я таких доселе не видел, но подновить его надо бы. А вот в этом оранжевом доме, который прекрасно выглядит, останавливался Пушкин, когда ехал из Петербурга к себе в имение Большое Болдино. Дом Твердова. В отличие от предыдущего здания, колонны выполнены из цельных кусков дерева, из цельных стволов. Позади дома располагалась конюшня, но она не сохранилась. Я хвалил большое количество храмов в Арзамасе. Ну, так вот, спешу вас уверить, больше половины из них закрыто. Видимо, все-таки сказывается их излишек. И, кстати, тоже закрыто. Здание Арзамасской администрации. В здании администрации располагалось раньше реальное училище. Может быть, кто знает, что это такое реальное? Я нет. Сзади меня расположена последняя деревянная усадьба, которую мы сегодня осмотрим, дом купца Попова. Был меценатом и жертвовал для города большие средства. Этот дом он построил на свои средства для сирот города Арзамаса. Сам жил по соседству, вот в следующем каменном здании. В советское время в этом доме располагался садик. И, если я не ошибаюсь, располагается в нем до сих пор. Центральная часть Арзамаса богата, очень богата старинными зданиями. И каменными, и даже деревянными. А вот и мой сегодняшний привал. Ой. Не могу сказать, что я объелся, но если учесть, что за бизнес-ланч я отдал 200 рублей, и в это входило первое, второе, третье и компот, очень даже достойно, очень даже. Памятник нашему нубийскому другу. Как я говаривал, он не единожды бывал в Арзамасе. Ничего на свете лучше нету. Что-то
для такого города, как Арзамас, Парк Победы скудноват. БТР и МиГ-21, может быть, и имеют отношение к войне, но не к Великой Отечественной. К сожалению, славу гусиной столицы Арзамас потерял давно. Они были очень крупные, жирные, вкусные. И транспортировка раньше была очень дорога, на телеге много гусей тоже не увезешь. Их доставляли до Москвы. Ну, Москва столица, понятно, там дороже можно продать. Там дадут настоящую цену. Их доставляли туда своим ходом. Но гусь не человек, выносливости у него такой нет. Лапы стирались. И для того, чтобы это не происходило, гусей сначала прогоняли по вару, а потом по песку. И у них на лапах образовывались башмачки. И вот в этих башмачках они топали приспокойненько 400, по-моему, километров до Москвы отсюда. Улица Карла Маркса не дотягивает до настоящей пешеходной улицы. Ездит постоянно здесь транспорт какой-то. Первый в Арзамасе кинотеатр был открыт в 1918 году. Улица, на которой расположен кинотеатр, и музей Гайдара сейчас закрыто. Там какая-то реконструкция происходит. Не в музее, а именно на улице. Все дороги ведут Рим, а в Арзамасе на Соборную площадь. Два дома абсолютно одинаковых. То ли это близнецы их построили, а то ли с фантазией людей было туго. В мужском монастыре, хоть основные постройки как бы стоят, но внутреннего убранства практически нет, и хозяйственные постройки, и келья братьев, только-только все происходит. Даже, наверное, больше половины храмов закрыто. Наверное, на этой площади мы и закончим знакомство наше с вами с арзамасскими храмами. Ну, потому что очень большие пробки в городе. Подъезжаешь к церкви, она закрыта. Ну, просто потерянное время. Реставрация проходит не только в Арзамасе, а вообще во всех городах России. Такое ощущение, что мы восстанавливаемся после войны. А вот и парк, которым так гордятся арзамасцы, недавно отреставрированный. Надо идти смотреть.
от парка, где много детей, я был не в большом восторге. А вот от дендрария вообще зона релакса. Такая прелесть. Гулял бы каждый день. Такое неземное, как будто на другой планете. Не расстанусь с комсомолом. А я ведь наугад ляпнул. Каждому свое. Кому-то аттракционы, кому-то дендрарий. Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Завод с мировым именем, выпускающий приборы для авиационной, ракетной, космических отраслей. На заводе трудится 6 тысяч человек. Кто в теме? В свое время выпускал первый в СССР переносной кассетный магнитофон «Легенда 404». Арзамасский машиностроительный завод является одним из лидирующих предприятий России по выпуску колесной бронетехники. Основан в 1972 году как Арзамасский завод автомобильных запчастей Горьковского автозавода. Образцы выпускаемой продукции вы можете увидеть на постаментах. Над этими поделками можно было бы посмеяться, если бы не работа очень тонкая, потрясающая работа. Это выглядит все очень красиво. Посмотреть вполне себе можно и нужно, я даже думаю. Арзамас является крупным железнодорожным узлом Нижегородской области. Наверное, самым крупным. И даже пассажирских железнодорожных вокзалов у него два. Причем оба красивые. А это сзади меня. Арзамас-1. На фоне этого непонятного сооружения на железнодорожной станции Арзамас-1 я буду прощаться с вами. Арзамас мне понравился. Он город не без недостатков, ну, как и любой другой город, как и все мы. Он стоит того, чтобы его посетить. Однозначно, богатая история, много церквей. Вы все видели, вы все знаете. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что смотрите мои видео. Увидимся в новых. Благодарю вас. Чао.